Здравствуйте, дорогие зрители! Рада, что вы зашли на мой канал разборов анонсов телепередач, обзоров от Оксаны Гетьман. И сейчас мы с вами поговорим о пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. И, как всегда, я прошу вас, поделитесь со мной, кто из холостячек вам нравится больше всего. А теперь непосредственно о последнем выпуске самого пост-шоу. Среди экспертов у нас, как всегда, Арифния и Жильветра. Но в гости также пришел прошлый холостяк Дмитрий Черкасов со своей женой. Они, между прочим, участвовали еще и в проекте «Супермама», где были показаны не очень с лестной стороны их отношения. А здесь они в качестве экспертов. Тем более, что тема сегодняшнего выпуска – женская инициатива. Стоит ли ее проявлять? Так же, как и всегда, в студию были приглашены девочки, участницы проекта. И первым делом в начале выпуска – им провели тест на их инициативность. И как оказалось, много неинициативных девочек на проекте оказались инициативными в тесте. Одной из первых на диван села Джессика. Одна из инициативных девушек на проекте со своей сверхинициативой. Со своим эротическим массажем, который был на проекте. За ней последовала Катя и в конце Юлия. Поднимался вопрос о том, что последняя ищет не мужчину, а замену своему папе. Аргументируя это тем, что она недавно пережила утрату. Арифния заметила, что утрату переживают обычно год, но я добавлю, что год – это активного горевания. Не зря же существуют обряды горевания 9 дней, 40 дней и год. Люди уже давно отследили периоды, когда человека больше накрывает после утраты, и придумали свои способы бороться с этим, вот эти вот обряды. Но полностью утрата перестает болеть все-таки после 5 лет. Хотя и фраза полностью тоже неоднозначная. И давайте будем честны. Эдипов комплекс еще никто не отменял. Ну, если по-простому, это тот эффект, когда девушка выбирает себе парня, похожего на папу. И наоборот, комплекс электрик, когда парень выбирает себе девушку, похожую на мать. Это было, есть и будет. И присутствие этих комплексов есть нормой. В этом нет ничего страшного. Мы все ищем что-то родное, что-то похожее к нашей родной семье, к родительской. Было отмечено, что Юлия крайне безинициативна. Хотя она и первая, и единственная получила корону, а вернее взяла ее сама на проекте. И даже ей достался мобильный телефон. И с ним она проявляла не очень много инициативы, хотя имела такую возможность. Я думаю, в следующих выпусках у нее телефон отберут и дадут другой девочке, и так он будет колесить по всем. Кстати, о девочках, напишите мне, какая вам нравится больше всего. Арифния отметила вот такие причины, почему женщины не проявляют свою инициативу. Потому что не проявлять инициативу легче. Меньше делаешь, меньше напрягаешься. Также это страх ответственности за свои действия и ролевая модель. Если девочка всю жизнь видела, как мама не проявляла инициативу, а инициатива была только у папы, то она и не собирается тоже ее проявлять. А ваше мнение, стоит ли проявлять женскую инициативу или нет, напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!